Своей жизнью, говорят многие из тех, кто побывал на операционном столе, обязаны ему. Вячеславу Леонидовичу Коробко, главному врачу областной клинической больницы, исполнилось 55 лет, более 35 из которых он посвятил медицине. И за это время спас немало судеб. Среди них и судьба Виталия Пронькина. Добрый день. Здравствуйте. Рада вас видеть. А где вас еще? Я вообще, проходи. Я вообще бы даже на улице встретил. Во-первых, я бы не узнал. Успешная операция по пересадке органа изменила жизнь уже бывшего пациента до неузнаваемости. Во время службы в Афганистане Виталий дважды болел гепатитом, а через несколько лет врачи обнаружили необратимые последствия – цирроз печени, который мог привести к летальному исходу. Вячеслав Леонидович провел операцию сразу, как только нашелся подходящий донор. Вот, спасибо главному врачу Коробко Вячеславу Леонидовичу за операцию. Спасибо Екатерине Сергеевне, по которой гастроэнтеролог меня вела до операции и ведет сейчас по сегодняшний день. И всему коллективу областной больницы, санитаркам, медсестрам, всем-всем хирургам, всем-всем врачам. Жизнь Виктории Брославской тоже была спасена руками главврача. Сейчас девушка здорова и ведет активный образ жизни. Но события почти трехлетней давности до сих пор вызывают у нее сильные эмоции. Волею судьбы 17 июля мне зазвонил утром телефон. Мне сказали, что... И мне сказали, что срочно приезжай в больницу, вот, скорее всего, для тебя есть донор. Это был 2018 год и первая на Дону пересадка целого комплекса органов поджелудочной железы и почки. А еще все усложнял сахарный диабет. Вячеслав Леонидович около 13 часов боролся за жизнь девушки. Сейчас Виктория не только вернулась к полноценной жизни, но и полностью отказалась от инсулина. Моя жизнь поменялась в другом. Первое, я не колю инсулин. Мои сахара в норме, у меня цифры выше 6 не поднимаются. Сам Вячеслав Леонидович о своих заслугах отзывается скромно. Больше благодарит родителей за воспитание и наставников врачей за вложенные знания и опыт. Все их беседы, все их понимание жизни, отношение к жизни, это все накладывало свою часть хорошего, доброго, профессионального, часть характера. Конечно, лучший подарок для юбиляра – это счастливые и здоровые пациенты. Хочу пожелать, в первую очередь, здоровья, вот, благополучия в жизни, профессионализма, вот, я думаю, всего это. И всего самого наилучшего хочу пожелать ему. И чтоб то тепло, ту заботу, ту любовь и ту радость, которую вы дарите людям, чтобы это все возвращалось вам и вашей семье. С днем рождения вас! Алина Зименко, Юрий Друзякин, Дон-24, Ростов-на-Дону.